По словам председателя избирательной комиссии Сочи, благодаря общим усилиям выборы на Кубани прошли без серьезных нарушений с высокой явкой избирателей. Самой высокой за последние 10 лет – почти 78%. За всю историю проведения выборов различного уровня в новейшей истории, да, на территории города Сочи, показана самая высокая явка избирателей на избирательной участке – более 253 тысяч. И такие результаты действительно могли быть только при совместной работе. Мы подчеркиваем, что эта работа не могла быть проведена нами только избирательными комиссиями без участия средств массовой информации. Второе место за лучшее освещение в средствах массовой информации. Это у нас телекомпания ФКТ в номинации «Лучшее освещение на телевидении». В период избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации СМИ работали в ежедневном режиме, освещая ход избирательной кампании, рассказывая избирателям все тонкости законодательства. В итоге призером второй степени краевого конкурса среди средств массовой информации стала телекомпания ФКТ. Также коллектив нашего канала отмечен благодарственным письмом за вклад в избирательный процесс.